Сегодня в крае началось вручение ключей на части тех погорельцев, дома которых уже находятся, ну так скажем, в финальной строительной готовности. Что-то надо довести, дошлифовать, но люди сами проявляют желание заселяться, обживаться, как принято в Сибири, и начинать, что называется, новую жизнь. Хочу отметить и поблагодарить всех, кто участвовал в этой работе, поскольку абсолютно убежден, что в крае удалось справиться с этой бедой на очень и очень хорошем уровне. Есть недоделки, как это, увы, бывает у строителей. Однако хочу подчеркнуть, что вот эти соринки в глазах не должны перечеркивать высокой оценки усилий, которые предприняли и строители, и волонтеры, и соседи, что называется, погорельцев, и власть на местах для того, чтобы справиться с этой бедой.